Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре автонабор инструментов от компании Hans. Артикул товара 4634. Hans — тайваньский бренд, выпускает профессиональный инструмент с пожизненной гарантией. Начнем мы с упаковки. Сверху на кейс идет упаковка из картона. На ней показывается, что в кейсе находится ложмент, который вы можете заменить на любой ложмент, который указан на упаковке. То есть этот ложмент вытягивается с инструментом и можно заменить, допустим, на набор ключей в кейс положить. Также этот ложмент вытягиваем из кейса и можно вставить его в тележку для инструмента, то есть, который применяется на СТО. Указывается lifetime, пожизненная гарантия, и где изготавливается инструмент, сделано Тайвань. Такая прокладка идет между крышек, ложится. Начнем мы с трещотки. Трещотка — мелкий шаг, 72 зуба. Реверс. Трещотка изогнутая. Рукоятка полностью пластик. На рукоятке логотип Hans. Также логотип есть на трещотке и на каждой единице инструмента в наборе. И также артикул товара или номер товара. Номер, допустим, трещотки. Поэтому по этому номеру можете найти трещотку или любую единицу инструмента в каталоге Hans, если вдруг вы потеряли. Материал изготовления инструмента — хром-ванадевая сталь. Также к трещотке прилагается такая монетка. Это для труднодоступных мест, чтобы можно было быстро докрутить. Сейчас покажу вам. Надеваете на трещотку, надеваете головку и в труднодоступном месте докручиваете пальцами. Делать возвратом вступательных движений. Длина трещотки составляет 260 мм. Т-образный вороток 250 мм. Сама головка — хромолитановая сталь, то есть усиленная. Два удлинителя 125-250 мм. Кардан также усиленный на заклепках хромолитановых и внутри квадрат также хромолитановый. Головки в наборе — шестигранный профиль головок, короткие и длинные. Начнем мы с коротких головок. Общее количество их в наборе 19 штук. Самая маленькая на 8. Самая большая идет 34 мм. Также в наборе есть 32 головка. Вес головки 34 мм составляет 286 грамм. 32 — 249 грамм. Четыре длинные обычные головки. Размер 10, 12, 13, 14. И три у нас ударные из хромолитанового сплава. На 17, на 21 и головка у нас идет на 19. Ударные можно использовать с ударным наковертом. И две свечные 16 и 21 мм. Так, кейс уже показывал. В кейс можно вложить любой ложмент. Этот ложмент можно вытянуть, то есть и положить любой из, который предлагает компания Hans. Кейс состоит из двух частей, соединяется двумя зависимыми пластиковыми и запирание также на две пластиковые защелки. Внутри кейса логотип Hans и также комплектация набора указывается. Вес набора составляет 6,3 кг, высота кейса 7 см, длина 27 и ширина 40 см. За подписку на канал при покупке данного набора вы получаете дополнительную скидку. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, кому это видео помогло с выбором набора. Спасибо, до свидания.